Мне очень хочется, чтобы вы рассказали о том, каким образом Союз работает с журналистами. Так в Барнауле начался обучающий интенсив Союза журналистов России «Инфорум». Мэтры своего дела, профессионалы и начинающие журналисты собрались для общения и обмена опытом. Нам нужно постоянно делать так, чтобы журналистам было удобно работать, чтобы журналистам никто не мешал работать. Председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев рассказал о роли журналистики в освещении социальных вопросов, а также подчеркнул важность форума. Мы привозим самых интересных специалистов по развитию газет, радио, телевидения, интернет-СМИ, которые объясняют о том, куда откатилась, что называется, профессия, что нового появилось, какие тенденции сейчас самые важные и интересные. Интенсив провели три профессиональных спикера, поделились хитростями эффективной работы с материалами, обсудили, как важно вести социальные сети, рассмотрели проблематику, существующую для СМИ, и рассказали, как применять искусственный интеллект в современной журналистике. Мастер-класс про использование инструментов, базирующихся на искусственном интеллекте для ведения социальных сетей. И посыл, который я бы хотел донести до коллег, состоит в том, что эти инструменты дают буст к эффективности. И не надо бояться использовать эти инструменты. И приглашаем вас к использованию нашего сервиса, который может помогает вести соцсети, когда вам не хватает рук. Это реальная поддержка для небольших редакций. Основной посыл для слушателей, наверное, о том, как постараться делать качественный контент, который можно продавать. Самое главное правило – ты можешь создать только тогда продающий текст, когда сам разбираешься в предмете. То есть, если ты не профессионал, если ты не знаешь, о чем ты говоришь, если ты не разбираешься досконально, то шансов создать такой текст гораздо меньше, чем когда человек профессионал. Форум посетило порядка 100 человек, причастных к профессии. Очень бы хотелось узнать про проведение прямых эфиров, как привлечь аудиторию, какая аудитория должна быть у районной газеты. Для меня было важно посетить данный форум, услышать, как в будущем готовы решать социальные вопросы через СМИ, через журналистику, да, так как медиа – это самый главный, первый флагман, который несет для всего человечества, в принципе, тот посыл, чтобы мы сберегали нацию. Мероприятие совершенно бесплатное. Это счастье здесь побывать и послушать спикеров из Москвы и Санкт-Петербурга. Далеко не в каждом регионе трижды в год проходят такие мероприятия. И далеко не в каждый регион России приезжает сам председатель Владимир Соловьев. Для журналистов очень важно встречаться, общаться, обсуждать все проблемы. А Союз журналистов как общественная организация именно этим и занимается, собирает все, что болит, что называется, и пытается донести это туда, где это возможно решить. Таких мероприятий, форумов, круглых столов, мастер-классов и тренингов провели уже более 70 от Чукотки до Мелитополя. Итоги подведут на самом большом в российском журналистском мире форуме в Сочи в сентябре. Юлия Щепина, Дмитрий Дроздов, Владислав Ковалев. День с толком.